По поводу приднестровско-молдавской границы тоже хочу уточнить, потому что меня очень много звонят и спрашивают, просят дать оценку и рассказать, что там и как там. Приднестровско-молдавская граница сейчас на данный момент охраняется. На нее выдвинуты усиленные подразделения. В городе есть воинские части и подразделения, которые подготовлены и готовы дать отпор, если же вдруг оттуда кто-то решит зайти или появятся вежливые человечки. Соответственно, вежливым человечкам хотим передать привет, пусть они находятся у себя дома, потому что наши войска готовы отразить наступление их. В городах готовятся самообороны, проходят курсы бойцов, и если же вдруг как-то получится пройти наши подразделения и не окажутся незамеченными на территории городов, то мы готовы дать им отпор тем, чем мы имеем. И я гарантирую, что войска, которые будут идти в нашу сторону, в сторону Одессы, получат ад у себя на дороге.